Берем серединочку мешка, устанавливаем на кресте. Садимся так, чтобы ноги были 90 градусов. 90 градусов. Кладем на ремешок. И так, чтобы он не пересекся, прямо вот ведем его, ведем через подвздошные косточки, через внутреннюю часть бедер и заводим под коленочками. В этот момент прогибаем поясницу, ножки широко расставляем, широко максимально, перехватываем ремешок и пальчиком упираемся в коленочку. Делаем наклон вперед и в этот момент натягиваем максимально ремешок, а ручки также здесь остаются под коленкой, максимально натягиваем. Далее медленно поднимаемся. Вот если не хватает, можно чуть-чуть проехаться по ремешку. Да, понял. Чувствуем, как у нас таз вышел вперед. Видно, да? Дальше. Аккуратненько сдвигаем ножки. И посидеть чуть-чуть, хотя бы минутку, попривыкать. Дальше. Не меняя натяжение ремешка. По очереди запихиваем кончики ремешков себе под попу. Раз. Не меняем натяжение ремешка. Два. Вот, видите, я сижу, вот я прямо вот, меня ремешок держит. Сидеть можно долго, прямо. Все.